Всем привет, друзья, с вами Денис, мы продолжаем с вами проходить игру Walk to Dead. И если вы помните, мы оказались с вами на корабле, выполнили несколько заданий, и сейчас нам предстоит поговорить с поваром. Ну что, погнали, разговаривать с поваром. Так, здорово, со мной все в порядке, мне кажется, это с тобой что-то не так. Ты приготовил или нет жрать всем, а? У меня вся команда голодная. И чего? Воу, yeah, вот так вот умеешь. Шу, ту, yeah, оу, yeah. Видал, да? Вот так вот. Так не умеешь. Так, танцуем. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Так, тихо, только не вывались вниз, короче. Чего завязать? Завяжите колышку. Так, а это где? А где она? А где эта фигня? А, во! Так, хорошо. Сейчас завяжем. Так, где? Так, и что у нас делать-то? Так, что у нас делать? Где веревка? А? Так. Так, ты чё? А, с другой стороны, я просто не видел. Нам нужно было успеть, короче. Так, наши... Спорьте повара с корабля, сбросить. А как его сбросить-то? Так, ладно. Как? Его надо взять, что ли? Или что? Так, что нам здесь делать-то надо? Сбросить как-то, да? А как его сделать? Как его сбросить? Я не понимаю. Так. Как сбросить-то его? А-а-а, я понял, 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 понял. Нужно, короче, сейчас управлять кораблем. Быстрее! Быстрее наверх! Давай, 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 давай! Давай! Спасать нашу жену, иначе этого повара надо наконец-то наказать! Показать ему, кто здесь хозяин, что осьминоги рулят! В прямом и переносном смысле. Давай, 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 давай. Вот так, давай. В другую сторону. Так, давай, давай его сбрасывай. Наконец-то, иди отсюда. Ты всю жизнь нам уже испортил, засранец, а? Да, 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 да. Да, да, но сначала выплыви отсюда. Бай-бай. На, да зачем ты это сделала? Зачем ты это сделала? Пускай тонет нафиг. Так, ну что, хорошо, что мы спаслись. Да это твой муж, ты что? Это я твой муж. Ты что? Или это воспоминания, друзья? Это, по ходу дела, воспоминания. Они познакомились здесь. Оу, да, крошка, давай потанцуем. Конечно же, моя родная, мы сейчас потанцуем. Черт, понятно, это, по ходу дела, предыстория. Как они познакомились и как они поженились, да? Прикольно. Давай, давай. О, какие пируэты выполняет наш осьминог. Ну? Неужели это хэппи-энд, друзья? Я что-то в это не верю. Нам же нужно выбраться все-таки будет из аквариума, если это воспоминание осьминога. Мы сейчас с вами должны, по идее, оказаться в аквариуме. В океанариуме. Помните, там был аквариум, куда нас сбросил осьминог? Вот, 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 я же говорю. А, открыто достижение в натуральном виде. Круто. Так, ладно. Поплыли. Фига себе. И чего, и куда? Так, а как вниз спуститься, а? Хорошо, давай плавать. Просто плавать, что ли, нужно, или что? Так, ну что делать-то нужно? Опа! 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 За нами еще акула ходится, ё-моё, давай! Осьминог, давай! Давай, родной, давай, 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 давай! Давай, плыви, плыви быстрее! Плыви скорей, пока тварь нас не сожрала, давай! Давай, давай, давай! Давай, молодец! Еще чуть-чуть! Довольно забавно сделано, друзья! Давай! Давай! Красопеточка просто, давай! Попробуй догони! Вонючий акула. Ой, нифига там рыбина за нами плывет, офигеть! Так, а где хоть мы находимся вообще? Быстрей, быстрей. Валим отсюда. Валим. Так, а куда мы плывем? Куда мы плывем? Мы просто так плаваем, что ли? А, нет, куда-то наш осьминог держит путь. Черт подери. Вот так, отлично. О, нет. Давай! Да, черт подери. Ну-ка, приготовились. Давай! Ну-ка, еще раз. Давай, отлично. Давай. Давай. Блин, нет. Так, тихо. Давай.
Отлично. Ломаем решетки, выбираемся из этой тюрьмы. Еще немножко, давай, папа осьминог. Давай, давай, у нас же с тобой детки, там жена ждет. Да, черт подери. Так, ну-ка. Вот так. Тихонечко, тихонечко. Опа, опа, отлично. У нас сохранялочка, это здорово на самом деле, друзья. Мы по... Так, опять эта акула чертова. Обратно плывем, а? Быстрей, быстрей. Давай, быстрей, родной. Мы почти выбрались. Так, тихонько, тихонько. Мы, короче, ничем не управляем. Мы только управляем скоростью передвижения нашего осьминога. Влево-вправо он рулит сам, на самом деле. Это кит, что ли? Здорово, приятель, здорово. Что, на перегонки давай? Кто быстрее? Ладно, до свидания. Мы с вами еще увидимся. Обязательно увидимся. Поплыли, осьминог, давай. Во, мы выбрались опять на верхушку аквариума. Теперь нам нужно выбираться наверх как-то. Так, ну и чё? Довольный Бульк. Потому что это твое место. Так, хорошо. Походу дела у нас проблема, друзья. Так, ну и чего? Бедные дети. Доченька, это наша доченька. Только почему-то... I have bad news about your husband. И ты чего, сволочь? Сволочь, а ты посмотри, что он делает, засранец. Да, ты видела во дворе его. Только попробуй. Только попробуй. Хулиган, а? Нам нужно срочно, друзья, выбираться, потому что эта гадина может рассказать о нас все. Мы не хотим же этого, правда? Отлично. У нас осьминог набрался смелости и решительности и теперь собирается выбраться наружу. Отлично. Так. Теперь нам нужно... О! Как-то раздобыть одежду. На самом деле. Ну-ка. Вот так. Давай. Снимай с него майку. Снимай майку, я тебе говорю. Майку снимай, я тебе говорю. Не, майку снимать не хочет. Ладно, пошли так. Хорошо. Пошли сюда. Во! С нас шмотки одеть. Шмотки, шмотки, шмотки. Ищем шмотки быстрее. У нас океанариум уже закрывается. Поэтому можно побеспределить чуть-чуть. Так, и чего? Тут где шмотки? Где шмотки? Так, главное не шуметь. Во! Я вижу маленькую дырку. Но я не вижу шмоток. Так, ладно. Найдите ключ в магазину подарков. Отлично. Так, давай. Давай, 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 вылезай, вылезай. Ну и чего? И чего делать? Давай, руку сюда. Вот так. Нам нужно сломать этот замок. Хотя, наверное, не получится. Нам нужно найти все-таки ключ. Ладно, отпускай. Полезли обратно. Нам нужно найти ключ. Хорошо, пошли искать ключ. Где он может быть? Ну-ка, может здесь? Давай здесь пошаримся. Нет, здесь его нету. Быстро пошли искать ключ. Здесь его тоже нету. А, наверное, судя по всему, должен быть за прилавком. Хотя, фиг его знает. Ну-ка, пошли туда, вовнутрь, посмотрим там еще. А, потому что, может быть, внутри его спрятали продавцы где-нибудь. Или под ковриком. Так, ну чего мы застряли-то? Осьминог, давай, шевели. Шевели своими ластами. Давай, погнали сюда. Сейчас здесь поищем. Какая-то комната. Ну-ка, давай. Ну чего? Понятно, понятно, здесь все закрыто. А здесь? Ну-ка. Да блин, все сломано, короче, все закрыто. Где может быть ключ? В ту дырку-то он пролезть не может. Блин, вот незадача, а. Так, давай кассу с тобой возьмем. Вот так, ну-ка. Нет, здесь ключа, к сожалению, нету. Блин, где он может быть, а? А вот там что такое висит? Что тут висит такое? Так, нет, здесь его нету тоже. Так, что это? Это не то. Так, пошли искать. Отпусти нафиг ее. Так, нет. Нет, здесь тоже нету. О, пошли перевернем эту корзину с игрушками. Может быть здесь? Нет. К сожалению, здесь тоже ее нету. Черт подери. Где он может быть? Так, ну-ка, давай эту фигню надо столкнуть. Хотя нет, хотя нет. Давай, знаешь что? Давай вот эту рыбину стащим. Нифига. Так, давай еще вот этот стол поднимем. Ну-ка.
Эй, нет, здесь тоже, к сожалению, нету здесь ничего. Так, отпусти нафиг. А, здесь вот тоже ничего нету. Да блин, и где ключ-то искать? А? Вон там стоит этот биолог чертов. А, ладно, а, давай возьмем с тобой вот эту змею наверху, которая... Вот так, так, ну-ка. А, подожди-ка. Мне показалось, или там что-то светилось? Во-во-во-во-во-во! Так, я нашел ключ. Я нашел ключ. Ну-ка, давай его выкидывай. Вот так. Отлично, отлично. Пошли теперь открывать замок. Так, ну-ка. Давай руку свою просовывай сюда. Ну-ка, давай. Давай туда ногу. Вот так, ногу сюда. Вторую сюда. Так, теперь руку. Так. Так, давай ключ-то бери. Чё так за фигня? Почему ты не хочешь сюда руку с ключом засовывать, я не пойму. Ну, еще нога застряла. Вообще замечательно, на самом деле. Хотя ничего замечательного я здесь не вижу. Так, ключ. Где ключ? Почему направляет другой рукой, я не пойму. Во, давай. Отлично. Наконец-то мы выбрались. Так, теперь, попадите в буфет. Самое главное не попасть... не попасть на глаза этим биологам. Для этого куда нам нужно идти, я не знаю даже. Под эту фигню залезть, а? Во, кстати, карта. Карта, карта. Какие-то кнопки. Ну-ка. Давай. Так, я не понял, что за фигня? Так, ладно. Пошли здесь позырим. Так, тихо. Во, лестница какая-то. Пошли на лестницу. Наверх сейчас заберемся с тобой, давай. Так, давай. Только самое главное ее не уронить. Давай, поднимай свою ногу сюда. Ну-ка. Ну, давай, давай. Нет, нифига не получается. Вот так, вот так, вот так наверх. Молодец. Какой-то ключ мы взяли. О, тихо, 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 тихо. И как забраться наверх? А, туда что ли надо забираться? Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко. Опа, нет. Надо еще поближе подойти, на самом деле. Вот так, еще сюда поближе. Ну-ка. Ну-ка, давай цепляйся. Давай ногой своей цепляйся туда. Блин, нифига не получается. Как забраться наверх, скажите мне? Не совсем я понял. Может, с разбегу как-то, а? Не, нам надо еще раз попробовать, это точно. Еще раз пробуем. Ну, давай. 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 Да ну что, давай закидывай свою ногу-то уже, а? Давай. Второе. Вот так сюда. Еще раз. Вот так. И вот так. Ну-ка. Монтажка. Может, на монтажку нам? О, черт. Черт подери. Черт подери. Так, давай поближе подойдем, хорошо. Поближе вот так. Опа, блин. Нифига, друзья, не получается у меня. Может быть, сломать эту фигню надо, а? Так, где ты? Где ты? Черт подери. Блин, я его не вижу, прикинь. Что за фигня? Так, и чего? Вон! Там что-то есть же. А-а-а! Это кочерга, которая наверху. Нужно ей с помощью нее сломать ящик. И уже там забраться как-то наверх, да? Хорошо, давай. Еще раз, еще одна попытка. Давай, давай, давай. Вот. Да что ты будешь делать, а? Вот так и вот так. Хорошо. Давай, бери. Бери ее, отлично. Обнаружьте униформу сотрудника. Давай, спрыгивай вниз. Отлично. Так, еще раз. Вот так. И чё? И чё мы делаем? Чё это за фигня такая? Ну-ка. Так, это стекло выкидываем нафиг. Чё за фигня такая? Что это такое? И где она, эта униформа? Не понял. Где униформа-то? Блин. Ладно, пошли сюда сходим посмотрим. Или она может здесь где-то, что ли? Я не понимаю, короче. Так, ну где униформа-то, ё-моё? Чёрт. Наверное, где-то она здесь. Я так понимаю. Выкидываем все в сторону. Нафиг. Под этой фигнёй, что ли? Да нет здесь нифига. Так, ну. Давай поковыряемся. Здесь ничего нет, на самом деле. Все, я понял. С помощью этой фигни мы сейчас с тобой залезем наверх.
положим ее там и заберемся наверх. Так, ну чё, больно тяжело, походу, ноша для нас. Так, блин, ну чё за фигня? Ну давай, давай уже, а. Так, он даже ее поднять не может, на самом деле. Может, возьмем тогда доску, а? Пусти ее нафиг. Давай доску возьмем с тобой. Вот так, во. С помощью доски сейчас заберемся наверх. Давай, блин, давай. А что ты будешь делать, а? Так, давай. Ну-ка, еще раз, отлично. Давай. Давай. Вот так, отлично. Хорошо. Теперь нам нужно положить эту фигню. Только аккуратно. Вот так. Вот так, давай. Во. Во. Так, тихо. Только главное, теперь встать на нее нужно. Ага, встали, конечно. Так куда ты? Так, а мы достанем до нее, нет? Да хренушки там. Мы что, достанем? Давай, 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 бери ее. Блин, а еще пониже никак? Давай, вот так. Давай наверх, давай, давай наверх, вот так. Давай. Так, теперь. Теперь нам нужно аккуратно положить ее, давай. Положи ее уже аккуратно. Ну? Ну давай. Ну давай, что, еще что ли за одной палкой идти, не пойму. Да блин! Чё за фигня? Ну что делать? Ты поддон что ли брать с собой или чего? Да, я тоже такого же мнения. А, ладно. Давай попробуем тогда с тобой, знаешь, что сделать? Давай попробуем это все закинуть наверх. Ну-ка. Давай, бери. Да блин, нет, хватай что-нибудь. Это не это. Не это. И не это. И не это. Блин. Вот еще доска длинная одна. Во. И чё? С помощью этих досок, что ли, нам нужно будет сделать мостик? Я не понимаю. На самом деле не понимаю. Так, ну. Блин, короче, нам еще не забраться, на самом деле. Так, ну-ка. Давай. Давай. Еще одна нога туда. Давай. Давай, 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 давай. Давай. Молодец. Молодец. А, знаешь, что здесь? Давай, короче, положим ее просто на край. И не будем париться. Так, ну-ка. Давай аккуратненько ее положи. Вот так. Ну-ка. Давай аккуратно ее положи. Аккуратно я тебя прошу. Давай по-человечески. Посмену же тебя прошу. Давай. Да ну что ты будешь делать, а? Положи ее нормально. Положи ее нормально, тебе говорю. Нормально положи. Блин, как же здесь сложно управлять на самом деле, а? Ладно, отойдем чуть-чуть. Так, давай, вот. И чё? Да блин. Что-то нифига не получается. Ее положить аккуратно. Вот так. Так он так упадет, наверное. А? Ну-ка. Ну. Да блин. Короче, это нереально. Либо надо какую-то конструкцию соорудить. Либо я не знаю, что. Может быть, использовать эту фигню? Ну-ка, давай. Вот так. Так, тихо. Блин, я не знаю, что делать на самом деле, а? Как нам обойти их, а? Я по-любому думаю, что через верх. Потому что по-другому никак. Но я там не могу забраться. Вот эту фигню, если использовать. Она больно тяжелая, он ее поднять не может. Ну. Блин, я не знаю. Так, друзья, давайте я, короче, отключусь. Как только найду способ забраться наверх, я к вам вернусь. Короче, друзья, я затаскиваю эту фигню наверх. Вот так. Я не знаю, как ее здесь можно поставить, в общем-то. Давайте ее попробуем как-нибудь аккуратненько положить вот здесь.
Я не знаю, у нас как это получится вообще. Так, ну-ка. Так, тихо. Так, тихо-тихо. Пипец. Ладно, сейчас я снова вниз за ней, затаскиваю сюда, и потом по ним перебираемся. Так, еще одна попытка. В общем-то, и сюда забраться. Так, ну-ка. Только самое главное не уронить ее. Потому что это слишком больших усилий стоило сюда ее затащить. Так, ну-ка. Отходи. Так, давай. Аккуратно. Что-то положи на место ее. Ох ты, блин. Итак, я поставил одну штуку. Я не знаю, хватит ее или нет, но попробуем сейчас. Хоп! Вот так! Смотри, что я сделал. Ты видал, да? Каких усилий мне это стоило, а? На самом деле. Так, теперь самое главное найти сохранялку, иначе это будет нереально потом еще раз это все проделать. Так, тихо-тихо, идем поверху аккуратно. Аккуратно идем. Тихонечко. Тихонечко, только я вообще ничего не вижу, в общем-то. Так, идем. Давай-давай. Папа Осьминог, ты молодец. Давай, идем. А, и куда? Дальше куда? Так, а вниз-то можно посмотреть? Во! Нам, короче, нужно вниз спуститься вот здесь. Вот так. Вот так, отлично. Давай быстрей. Так, а здесь что делать? Ну-ка. Ну-ка, давай. Так, она фигня не работает, короче. Эта фигня не работает. Это вообще плохо. И что делать? Так, ну-ка. Ну чего? Давай, поднимай свою ногу. Нет, нифига, друзья, не работает. Давай попробуем эту штуку с собой взять. Вот эту вот. Так, ну-ка. Во. Давай ее куда-нибудь положим сейчас. Я не знаю, может быть, на эту фигню положить. Давай вот на эту. Давай, поднимай ее. Давай, 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 давай. Вот так. Нифига. Так, ладно. Давай. Бери ее сюда. Давай, давай, давай. Он ее не может поднять, на самом деле. Она очень тяжелая. Так, ну-ка. А на нее вообще реально залезть? Да? На нее реально залезть. Но нам нужно ее запихать наверх как-то. Ладно. Так, ну-ка. Он не может ее поднять, на самом деле. Давай, 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 давай. Давай, осьминог, давай. Нифига. Он ее не может поднять. А если эту штуку взять? Так, ну-ка, давай ее поставим вот сюда. Так, тихонечко, тихонечко. А если нам поставить ее прямо как-то попробовать? Давай, 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 давай. Вот. А если нам попробовать отсюда залезть? Ну-ка. Так, давай. Достанет? Вроде не достает нифига. Ну-ка, нет, нифига не достает на самом деле. Во. Давай, почти достали. Давай, 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 давай. Поднимай свою ногу, давай. Ох, нет. Вообще поближе пододвинуть. Вот так. Давай попробуем еще подвижнее. Поближе пододвинем. Вот сюда. Вот сюда поближе. Так, еще раз. Еще раз пробуем. Так, давай. Нифига не получается. Давай. Оп. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну, почти достали, а. Так, ладно. Хорошо, давай ее поставим сейчас. Так, ну-ка, отходить, потому что это ставим сюда. Или нет, поставим ее, наверное, вот сюда. Сверху нужно поставить эту пасть акулью. Вот эту. Достанет, интересно, или нет? Ну-ка. Давай, 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 наверх. Наверх, наверх, давай ее наверх. Блин, он не хочет ее наверх засовывать, короче. А если отсюда? Она слишком тяжелая, видимо, для него. А если постоянно крутить колесиком вверх? Только, ну-ка, ну-ка, давай. Тогда хотя бы ту штуку уроним. Так, эту урну, короче, нужно хотя бы уронить. Для того, чтобы поставить на нее можно было уже пасть. А, давай, роняй ее уже в конце-то концов. Ну, вот когда не надо, короче, он ее роняет. А когда нужно, не может. Во! А если сейчас на нее поставить акулью морду? Не получится. Так, ладно. А здесь что-нибудь еще есть? Вот какая-то вообще дверь есть. Давай зайдем сюда. Во! Быстро, 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 быстро! Быстро, 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 быстро! Все, мы убежали, короче. В туалет. Мы пробрались в женский туалет. О! Черт подери! Так, писай спокойно, не переживай, я тебя не трону.
Так, давай забираться наверх. Не будем ему мешать. Оу. По унитазам еще не хватало здесь шляться. Так, а вторую ногу? Оу, черт. Черт. Давай. Сюда. Вторую ногу. Давай вот сюда, на эту штуку. Давай. Excuse me, sir. This stall is all... Оу, черт подери. Вот так. В общем-то, мы начинаем с самого начала, и это плохо. Ладно, друзья, я на этом хочу завершить серию. Следующий эпизод начнется именно из туалета, потому что не будем смотреть все то же самое. Слишком тяжело мне это все давалось, в общем-то. Ну ладно, друзья, ссылка на плейлист под видео в описании. Подписывайтесь на канал, на паблик. С вами был Денис. Всем пока.